вопросу о самоизоляции. Вот интересно было бы узнать у всех этих гуру, аналитиков и прочей вот этой вот, как сказать-то, не будем их, короче, обзывать. Вот как я, живя в коммуналке коридорного типа на 10 комнат, где общие кухни и туалет, вот как мне там самоизолироваться? Вот про это в законах, в этих постановлениях ничего такого нет. При том, что там живут, ну, асоциальные личности, скажем так. Люди, которые снимают, которые сегодня они есть, завтра их нет. К ним приходит не пойми кто. И как вот здесь самоизолироваться? Поэтому я думаю, что для таких людей надо делать исключение, чтобы не было такого капитального изолирования в комнате, запереться там что ли.